Многие из нас сталкиваются с проблемой тусклости кожи. Действительно, с возрастом мы что-то приобретаем, а что-то утрачиваем. Приобретаем морщины и птоз, а теряем эластичность и цвет лица. Что помогает нам в борьбе с этим? Я много раз рассказывала, что самый действенный компонент – это пептиды, и хорошо бы они шли в паре с антиоксидантами. Это отличная формула, дающая видимый результат буквально после первого применения. К большому сожалению, она очень редко встречается в составах. Как правило, если пептиды, то нет ничего с витамином С. А ведь он король в деле тонизирования и борьбы с окислительными процессами. Сегодня я вам покажу линейку Revita C от Icon Skin, и в ней есть средство, которое имеет в составе мощные антиоксиданты и отличную группу пептидов. И я подробнейшим образом разберу их и покажу, как это работает. А так, вся линейка нацелена на борьбу с тусклостью кожи и для придания ей сияния. И до конца сентября будет действовать специальный промокод ALLABEAUTY8 со скидкой 15% на Озон на весь ассортимент бренда, по которому можно заказать наиболее понравившиеся продукты по очень приятной цене. Начну с энзимной пудры. Могу нас всех поздравить, особенно обладательниц сухой кожи, обезвоженной кожи, она может быть у любого типа, как вы знаете. Так вот. Видео с обзором косметики MediPeel я сетовала, что их энзимная пудра, которая была единственной несушащей и даже увлажняющей, исчезла в неизвестном направлении. Впервые я нашла ей замену, и она даже лучше. Эта энзимная пудра не сушит, увлажняет и тонизирует одновременно. В качестве отшелушивателей добавлен папаин, это экстракт папайи, и бромелайн, это экстракт ананаса. Это самые лучшие компоненты для сухой и нормальной кожи в плане отшелушивания и шлифовки. В качестве тонизирования и антиоксиданта выступает витамин С в форме аскорбиновой кислоты. Это активная форма, а также в виде экстракта граната, клюквы и ежевики. Хорошо, что добавлен еще лизин. Это аминокислота, которая необходима для образования коллагена. И фармацевтический каолин, который вытягивает загрязнения и спор. Достаточно 1-2 чайной ложечки. Мы смешиваем пудру с водой. У нее текстура порошка, то есть она не такая прям мелко крошечно-дисперсная, но мгновенно растворяется. Массируем в течение 1 минуты и далее умываемся. Если хотите более сильное воздействие ощутить, можете оставить на 2-3 минуты. Кожа увлажнена после. И видите, рука не скользит, значит увлажнение глубокое. Применять 1-2 раза в неделю. Далее идет тоник-активатор для сияния кожи. В его составе 2 вида стабильного витамина С. Этиласкорбиновая кислота и экстракт австралийской сливы. Богатейший природный источник витамина С. Витамин Е, он обладает регенеративными свойствами, и гиалуроновая кислота, это уже про увлажнение. Также ламинария и папаин, из чего мы делаем вывод, что тоник не только тонизирует, но и обладает мягким отшелушивающим свойством. Очень хорошо будет в осенне-зимний период. Отдушка приятная, как у пудры, так и здесь. Пахнет витаминчиками. Есть дозатор. Но с ним поаккуратнее, он прям бьет струей, поэтому если на ватный диск, то держите его поближе. А так рекомендую наносить руками. Вы не дадите ватному диску забрать часть средства, и кожа получит все. И так расход будет экономичнее. Увлажняет прекрасно, на шею также протягиваете. И уже на этом этапе лицо розовенькое, но не раздраженное, не воспаленное. Это говорит о том, что состав подобран грамотно. От меня за это большой респект бренду. И, наконец, я хочу показать вам сыворотку. Вот это моя радость так радость. Дело в том, что недавно моя подписчица в Telegram скинула состав сыворотки от бренда Миша, также из линейки с витамином С, чтобы я вынесла свой вердикт по ней. Я посмотрела, и у меня засвербило в мозге. Хочу, не могу, потому что сильные антиоксиданты и пептиды, и все в одном флаконе. Дело в том, что крайне редко можно найти витамин С в хорошей действенной концентрации в компании с пептидами. Он подавляет их, и сделать так, чтобы пептиды работали, задача крайне сложная. И сыворотка от Миши тот самый редкий случай, но цена очень дорого. И вот я получаю посылку от Icon Skin, читаю составы, и радости моей не было предела. Вот она, та самая комбинация. Стоит примерно так же, но сейчас она со скидкой. И цена получается очень хорошая, с учетом того эффекта, который она дает. В ней 2 формы стабильного витамина С. Все это борьба с окислительным стрессом, стимуляция синтеза коллагена и выравнивание тона кожи. Экстракт австралийской сливы – богатейший источник витамина С, усиливает сияние, яркость кожи.
Витамин Е – регенерация клеток. Ниацинамид улучшает тон кожи, высветляет, выравнивает и борется с воспалениями. Пептиды – мощнейшая группа. Ну и 3D-гиалуроновая кислота. Что такое 3D? Это разные формы гиалуроновой кислоты. Низкомолекулярная, средняя и высокомолекулярная. Уже в названии есть магическое слово glow. Это сияние. После того, как вы ее нанесете, вы его увидите. То самое сияние, которое мы ищем в корейском уходе. И у них есть такие средства, но самое сильное сияние, которое я видела, это здесь. Пожалуй, только ретинол в его высокой концентрации и в активной форме дает нечто похожее. Сухая кожа, если сразу нанесете крем, запечатаете сыворотку, то увлажнение будет качественным на весь день. Комби-кожа, подождите 15 минут, она впитается и станет почти матовой. В линейке есть еще крем, но его пока, к сожалению, нет в наличии. Но есть маска-гамаш. Я оставлю ссылку на их сайт, посмотрите, почитайте. Можно ли при куперозе? Энзимную пудру, да, и вам хватит витамина С сполна. Остальное я не уверена. Кстати, про уход для кожи с куперозом у меня скоро будет отдельное видео. А так всем, кому не хватает тонуса, свежести, кто хочет того самого glow, очень рекомендую. И что очень ценно, так это то, что ваше лицо становится розовым, а не красным, воспаленным. И приобретает естественный цвет и естественный румянец. Также обратите внимание еще на один интересный продукт. Это крем-гель для век от отеков. Это уже серия Smart. В ней представлены средства направленного действия. Например, пилинги с высокой концентрацией. Крем-гель специально создан для борьбы с отеками. И эту функцию здесь выполняет не кофеин, который мы чаще всего встречаем в противоотечной косметике, а пептиды. И это намного эффективнее, чем кофеин. Видели рекламу с кремом от Питера Томаса Рот от отеков? Так вот, там также пептиды выполняют эту какую-то волшебную работу. Как использовать? Можно нанести в качестве маски минут на 15. Далее убрать остатки и крем свой поверх обычно наносим. Либо изначально нанести как будто в качестве сыворотки, а далее запечатать кремом. Мне больше понравился первый вариант. И я действительно увидела, как отек ушел, и кожа стала светлее. Я не сразу это осознала, но когда сделала сравнение двух фото, до и после, я вдруг увидела, что кожа светлая, ровная, сетничок ушел. Насчет отеков, конечно, у меня небольшие отеки, но если вы ищете средства с таким действием, то ищите обязательно пептиды в составе. И этот гель имеет смысл попробовать, как мне кажется, и он не пересушивает. На этом я заканчиваю свой обзор. И очень жаль, что вы часто с опаской относитесь к обзорам косметики, которую предоставляют представители бренда или магазин. Я хочу вам сказать, что изначально, например, эти продукты должны были идти в гораздо более кратком формате видео, но я настояла на полноценном. Потому что меня вдохновила эта линейка, и я точно включу ее в свой постоянный осенне-зимний уход. И напоминаю про промокод. Ссылки все в описании, вопросы в комментариях. Желаю вам успехов в достижении красивой гладкой кожи. Всех непременно целую и до новых встреч!